Значит, у меня есть несколько вопросов, связанных с концепцией темпоральности Александра Болдачева, которые хотел бы сегодня обсудить. Я кое-чего не понимаю просто, и вот с этим непониманием хочу с вами сегодня поделиться. Значит, если мы действительно берем обычный наш механический объект, то мы его можем описать некой функцией φ от t, допустим. Непонятно, он может быть тензорным, тогда у этой функции φ будет много значков, каким-то еще спинором, каким угодно, ну просто произвольно, вот так его описываю. Вот это, казалось бы. Т это время. Т это время, да. Или просто некий вектор. Нет, Т это время, безусловно. Если мы действительно с этим как бы так объектом работаем, с ним физики работают по большому счету. Они берут динамику, этого описывают как-то. Теперь что нам предлагает в этой терминологии Александр Болдачев? Александр Болдачев предлагает рассмотреть два, что у него будет как бы два параметра. Т и тау. Тау есть некая темпоральность. То, что называется. То есть у нас есть время, которое здесь проживается, а теперь φ, оно оказывается распределенным объектом. Если мы будем порисовать график вот этого происходящего, да, то оно будет выглядеть вот так. Здесь будет t, а здесь будет tau. Тогда у нас неживые объекты, они будут вот такие. Такие, какие-то. Интересно, что они тоже будут находиться на некой шкале. Но очень важно, что их распределенная темпоральность, то есть сложность, она равна нулю. Видите, проекция здесь всегда ноль. А здесь он как бы так тянется во времени, он живет. Теперь с точки зрения Александра, у нас оказывается, что такое живой объект или реальный объект. Реальный объект — это вот такой объект какой-то, получается. У него помимо того, что... Замкнутый. Помимо того, что он живет это во времени, да, он еще, у него есть еще некая темпоральная сложность, вот она. Всякий раз, когда мы находимся находимся в какой-то, грубо говоря, одной точке. В срезе. Да, мы его берем как бы в срез. Но срез его полностью его не описывает. Вот взяли в точке Т и нашли его здесь находящимся вот таким-то сложным. Вот. Это все понятно, да, казалось бы, этот график. Я чего не понимаю, это фундаментально. Я фундаментально не понимаю, чего, как себя вот этот тау, темпоральность может проявлять во времени. Ну, то есть понятно, как она... Не получается ли так, что у вас время просто имеет двумерную характеристику, а не одномерную? Нет. Вот, к сожалению, не двумерную. Если бы было бы оно имело двумерную характеристику, было бы все просто. А вот этот график, он неадекватен. Почему он неадекватен? Потому что это все-таки не двухмерная величина. Была бы двухмерная, это было бы вот так. Но здесь это тоже видно, потому что у нас получается, что я здесь нахожусь, и у меня вот, тут совокупность этих точек мне определяется. Это же не так. Ведь у нас, когда что такое жизнь получается? Жизнь, когда у нас во времени движется цук целый. Мы всякий раз видим себя здесь, а у нас во времени движется тук. Цук размером тау. Вот это такая штука. Вот хочется понять, как вот эти тау могут друг друга проявлять. Не получается ли так, что этот цук все время стоит по времени, а здесь вот это самое время наше видит. И вот он так проезжает мимо объекта, объект покоится, да? А он мимо него проезжает, наше время, мы при нем проезжаем. Здесь мы видели личинку, сюда мы приехали, значит, видим уже умирающее взрослое насекомое. Вот так или не так? Нет, вот я не могу понять, а почему, собственно, обычный живой объект нельзя описать обычным способом, с помощью единственной функции φ. Не получается. Да как не получается? Ну, допустим, чтобы... Интуиция такова, да, что интуиция, мы его описываем. Интуиция такова, что есть любой механизм, и газ в колбе, мы можем полностью описать в момент времени Т все характеристики, полностью его описать, да. Ну, допустим, да, то есть со всякими «но», всякими что было. Но в любом случае современная физика, современная наука исходит из представления описания через состояние. То есть есть объект, есть описание его характеристик в момент времени Т, и есть некая функция там, по которой можем распечатать следующий момент времени. Да? И если бы так было, все можно было описать, тогда и организм, да, живой, точно так же можно было описать, что он бы был таким же механизмом, только более сложным. Но есть некая интуиция, что все-таки есть некая сложность в организме, которая не описывается в конкретный момент времени. Вот есть нечто такое, что не описывается в конкретный момент времени. Это спорный тезис, вообще говоря. Ну, это, естественно, спорный тезис, потому что это современной науке не признается. То, что это так легко понять, скажем,
на мелодии. Хороший пример с мелодией. У нас в момент времени есть у мелодии тональность? Нет. Нет. Она описывается только вот на минимум трех нот. Но почему-то есть. Да, но у мелодии тональность есть, а в момент времени она не описывается. Так почему бы нам не предположить, что есть и другие объекты? С другой стороны, чтобы понять любой какой-то даже процесс, происходящий с неживым объектом, чтобы понять процесс как процесс, мы тоже должны его не в точке взять. И в данном случае мы пренебрегаем очень маленьким, действительно, для определения скорости даже, да, нам нужно все равно что-то. Но мы сейчас говорим не о принципиальной возможности измерений, а об описании. В современной физике игнорируется вот этот момент измерения. Мы в физике принимаем t, но t равно нулевой протяженности, и мы приписываем все характеристики в t. Мы игнорируем это, да? Если сама темпоральность функция зависимости от времени? Ну, это, конечно, зависит от времени. Вопрос не об этом. Вопрос о том, что и когда мы... Вот Булат поднимал вопрос о теологичности, о возможности предсказать. То есть, если механизм полностью описывается в момент времени Т, да, то у него нет вообще никакой возможности ничего не предсказать, ни у него ни будущего, ни прошлого нет. Он полностью механистически переходит просто по этой функции, по своей. А организм чем-то отличается. Ну, допустим, квантовый объект тоже переходит, как бы там во времени развивается волновая функция, это там, вероятность. Там разница там только вероятности. А в том, что время там локально, и объект локализован во времени. Локализован в любом случае. Вопрос другой, то есть вот человек нечто большее, это мой любимый пример такой, что вот есть умный человек и глупый человек, да, если они оба умерли, их сложность одинаковая? Ну да, конечно. Одинаковая. А в чем сложность их заключалась, когда они жили? Где эта сложность? Где она была, эта сложность? Если она структурно, никак не зафиксирована. Угу. Ну, я вот на самом деле как бы... Вот, у меня... Я думаю, что она все-таки структурно как-то зафиксирована, ну, так сказать, там, в этих биохимии их. Нет, смотрите, на самом деле, я вот... еще как бы можно как бы все-таки согласиться, что присутствует некая темпоральность, но и тем не менее ее как бы с какой-то стороны критиковать. Дело в том, что у организма действительно есть некое внутреннее время. Просто есть внешнее время, в котором организм какой-то существует, как камни, как все прочее, да, какое-то астрономическое время. А есть какое-то внутреннее время, как внутренние часы, по которым живет организм. Когда он становится куколкой, там, когда он возникает у него крылья и так далее. Есть какое-то внутреннее измерение времени. Это все равно хрональное время, а не темпоральное. Нет, в чем-то, вот я и хотел сказать, в чем-то состоит как бы критика. Критика состоит в том, что не есть ли вот эта темпоральность на самом деле, просто... Это не что иное, как вот обнаружение того, что у организма есть свое внутреннее время, что он живет по каким-то внутренним часам. Правильнее объем культуры рисовать все-таки не вот так вот, вот здесь Т, а вот это вот темпоральность, да? А правильнее рисовать вот так, что вот это есть сейчас. Что, да, я понимаю. Что наше сейчас, которое вот мы сейчас существуем в сейчас, вот, да? Мы же вот видим сразу много. Ну вот на этом. На этом графике тогда получается. Можно вопрос? Вот это, вот такой объект получается. Это вот то же самое, что такой объект. Вот он здесь. Вот его сейчас. То есть он имеет темпоральный размер здесь какой-то? Да, 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 имеет. Здесь Т. Но проблема состоит, что мы должны как-то вот это темпоральное время спроектировать на ось Т. Чем я здесь пытаюсь заниматься? Вот что проблема. Чего я не понимаю? Вот еще раз, слово темпоральное время, вы понимаете, в чем суть? Вы хотите как бы измерять вот эту вот темпоральность тем же самым хрональным временем? Нельзя его измерять. Но... Я хочу измерять его хрональное время, в том-то и дело. В том-то и дело, что вот я тоже много думал, что как измерить хронально. То есть, скажем, есть интуиция действительно такая, что у сложного организма, более понятно, у человека интеллектуального, более духовного, да, темпоральность больше, его сложность больше, чем сложность, тут ничего удивительного нет, что это разные вещи, и они друг через друга не описываются. Просто как спин описывать через, не знаю, там,
вопрос сразу же, Александр. Вот я понимаю, что такие объекты бывают. Любой механизм, вот он на нашей шкале, вот он такой объект, да? Безусловно. Безусловно, что живое это у нас вот такой объект, вот такой. Он имеет еще и температуру. Имеет, чтобы говорить. А вот такие объекты бывают? С непаральной сложностью, но которые во времени Т будут коротенькими, очень маленькими. Ну, в принципе, скажем, у мелодии, она не существует в момент времени. Ну как, мне тоже немного странно. Нет, я не существую. Понимаете, вот звук волна-то, оно уже есть, волна. Нет. Мы только наше слушание, когда мы слушаем мелодию. Булат. Чисто формально, колба с газом в момент времени обладает температурой, давлением, объемом. Да, ну и в мелодии волна. Если мы берем, измеряем ее во времени меньше, чем длина полуволны, нет даже ноты. Понимаете, это как бы правильно, мелодия это процесс. Ну возьмите, я не знаю, какие-нибудь. Мы говорим сейчас. Мы забыли вообще о процессах, ни о чем. То есть мы говорим, что есть объект, есть разные объекты. Есть объекты, локализованные во времени, полностью представленные во времени. Есть объекты, не локализованные во времени. Точно так же можно сказать, что элементарная частица объекта не локализованные во времени, потому что есть, допустим, понятие сечения рассеяния, потому что, которое бессмысленно для одного конкретного момента времени. Только рассматривая весь процесс рассеяния, можно вот знаете, что я предлагаю? Вести понятие убрать сечения рассеяния. Физические эти. Они ничего не объясняют, что надо знать, что это такое в рассеянии. Это что-то пристегнутое, ничего не помогает, это на самом деле. Чего у вас примеры все какие-то? Пример с мелодией, как бы. Что пример с мелодией? Как разобраться, где тут это? Нет, пример с мелодией нам говорит о том, что сложность, существующая в мире, сложность, может быть нам дана в двух видах. Пространственно распределенной и временно распределенной. То есть картинка на экране монитора – это пространственно распределенная сложность. Когда она передается по сигналу, она во времени распределена. Она в каждый конкретный момент не существует целиком. Она где-то вот распределена. И есть трансформация распределенной во времени сложности в пространственно распределенную сложность. И она вот в телевидении, картинка была пространственно распределенная сложность, временно распределенная, потом опять. Да, правильно. И отсюда какой вывод следует? Отсюда следует, что это временная распределенная сложность, структурно аналогично пространственная. Аналогично такая же, да. Аналогично пространственная. Это означает, что если мы не можем временную сложность перевести в пространственную, это не означает, что существует какая-то особая хитрая временная сложность. Понятие, то есть это в данном случае мы говорили о, скажем, механизме распределенном во времени и механизме распределенном в пространстве. То есть есть структура, вот голая структура. А темпоральные размеры, темпоральность, это нечто другое. То есть, когда мы говорим, вот есть эта вот мелодия или радиосигнал, а это вот механизм, да? То есть, вот они вот так. А есть действительно то, что Игорь нарисовал, что-то объемное, которое, с одной стороны, и одновременно есть и распределено во времени, то есть если мы понимаем, что есть некая сложность, распределенная во времени, так вот в организме есть некая сложность, распределенная во времени, помимо пространственной сложности, то есть это вот объединение двух сложностей. Просто это может быть то, что вы называете распределенной во времени сложностью, это просто совокупность неких процессов. Да, действительно, сложность реализуется на процессах. Распределенная во времени сложность реализуется на процессах. Поэтому, когда мы говорим эти процессы немножко разные. То есть, когда мы говорим о механизме, вот механизм, процесс шестеренок движения, да, там не важно, сложность механизма не реализуется на этих процессах. А это просто процесс, переход в состояние в состояние. Да? А вот сложность, реализованная на процессах в организме, она имеет другую немножко природу, вот как мелодия. Мы говорим, жизнь как мелодия, она как музыка. Это нечто вот содержательное. То есть часть содержания распределена на процессах, часть содержания распределена на нашем механизме, чисто вот структурно. Ну понятно, хорошо, давайте возвращаюсь. Сколько уже объяснять? Интуицию возиться, без конца возимся. Меня это тоже интересует, вот именно как математически. Это интуиция. Ведь я хочу сказать, что вот мелодия вроде бы при всем при этом не такой объект. Не такой. Она же как-то вот разворачивается во времени.
Ты же слушаешь музыку, ты столкнешься с ее началом и столкнешься ее, нет, с ее концом. Она движется. Движется. То есть она все-таки имеет она все-таки линейные размеры. Поэтому вопрос такой, вот такие объекты бывают? Во времени не существует. То есть они существуют как-то во времени, только вот в один момент? Наверное, нет. Нет, да, а может бывают. Я просто может бывает. Я не знаю такого примера. То есть можно говорить, что это чудо, откровение, блин. Идем, бах, тут такое, долю секунды что-то необычайно сложное тебя посетило, а потом его и нет, без конца, исчезло. Ну, может быть. Сложность появилась. Сложность была такая, бабах! Да, сложность появилась. Дикая какая-то, совершенно. Вот это акт творения какое-то такое. Хоп, и все. И все потом изменилось. Я вот возникновение знания? Что? Возникновение знания? Не знаю чего. Не знание, это по-другому как-то. Ну, вот такой объект, я просто предлагаю подумать. Существует? Потому что мелодия — это не такой объект. Игорь, мелодия она распределена во время тоже. Вот на чем мы, если говорить о математике и как попытаться вот этот тау зафиксировать, я бы зафиксировал через неадекватность сейчас. То есть, скажем, что вот у нас есть вот это тау, да, а вот это Т1, вот это Т1 и Т2. Они как бы в некой системе неразличимы. То есть во внутреннем времени каждого объекта Т1 и Т2 неразличимы. Хотя между ними есть некая тау. Но если мы берем два разных объекта, вот Т1 и Т2, и у него другое тау, то тогда у них сейчас они как-то должны вот реагировать друг на друга. То есть разница тау видна только при различных системах координат для различных субъектов, для которых есть разница темпоральности. Ну, это непонятно, как с этим работать. Как с этим работать? Ну, вот скажем о жизни, опять же, возвращаясь к жизни. Есть принципиальный момент. Если мы возьмем некоторое характерное время наблюдения, ну, это просто некое характерное время, на котором мы наблюдаем. И это характерное время наблюдения будет равняться нескольким актам химических взаимодействий. Вот у нас есть некое такое приблизительное понимание, что вот время химических взаимодействий вот такое-то. Да? И если мы будем анализировать процесс жизнедеятельности, прикладывая все время вот это сейчас, да, то мы не найдем там жизни никогда. Мы увидим только химические взаимодействия, и жизни там не будет. То есть, если мы берем систему координат, в которой тау сейчас мало, на котором мы рассматриваем, то мы жизнь не увидим. А если мы возьмем большое, на котором вкладывается много химических взаимодействий, мы заметим там жизнь. Ну, ты повторяешь то же самое, что говорил всегда. Пространство разве не так? Если что? Маленькое пространство взять, слона не увидит. Да, точно так же. Это не является чем-то специфичным. Нет. Это для времени. Нет, Булат, это для времени, то есть как раз вы сейчас сказали очень большую позитивную мысль, что то, что мы рассматриваем, то есть когда мы говорим в пространстве, есть координата и габариты. То есть есть координата движения грузовика, его габариты. Да? И точно так же мы должны же говорить и о времени. То есть и во времени точно так же есть. Мы можем грузовик рассматривать вот на миллиметре, и мы не найдем там грузовика. Для того, чтобы рассматривать грузовик, мы должны рассматривать... Мы сейчас одну и ту же мысль, простую же, 10 раз повторяем, на самом деле. Давайте как бы немного двинемся дальше. В чем проблема на самом деле времени? Дело в том, что точно так же, как и пространство. Давайте я буду говорить о пространстве, хотя это применимо ко времени, да, по аналогии. Вот есть старая проблема, на самом деле, что точка, любая точка, она имеет это... Она не ничто, она имеет некого рода размера. Всегда. Вот поставьте точку на доске, вообразите точку в голове. Но тем не менее, мы и оперируем, когда говорим о точке, что она безразмерна. Просто точка — это как бы такой, как бы миг такой, да, вот безразмерно. Понятие есть объективность. Дело не в этом. Дело в том, что когда мы оперируем пространствами нашими, да, у нас везде пространство состоит из точек. Хотя это странно, да, потому что точки как бы не имеют размеров. Если мы переходим к пониманию того, что всегда точка имеет какой-то размер, то все ваши проблемы, связанные с этим, точно так же действуют и на пространстве. Есть два пространства.
одно пространство точечное, как безразмер, где точки безразмерные, а второе пространство, где точки имеют размер. Нет, и надо будет ввести как бы пространственность какую-то вторую. То же самое со временем. То же самое со временем аналогично. Сейчас не существует, это же не точка. Да. Это просто по определению того, что такое... как господа, бы... надо всякий раз... Но мы понимаем, Т1 и Т2 у вас точки. Пытаться не понять темпоральность не тем способом, что это время звучания симфонии. Темпоральность не есть время звучания симфонии. Да, как бы это я сейчас просто выскажу, в чем ну, проблема. Расскажи. Проблема, мне кажется, состоит в том, я же не отрицаю, что темпоральность есть. Я просто хочу сказать, что темпоральность это своего рода это способ, каким мы видим, на самом деле, что реальное... оно не является идеальным. То есть вот когда мы говорим, например, о точках, о пространстве, там, и о времени, мы у нас это не идея. Так. Это не имеет к этому отношения, Влад. Это не имеет отношения. Смотрите, еще раз говорю, что на самом деле то, что иногда вы говорите, когда говорите о темпоральности, как мне кажется, вы подразумеваете некое внутреннее время какого-то объекта. Нет, конечно. Никогда не подразумеваю. Ну, смотрите, у органического объекта есть некое внутреннее время, по которому он живет, развивается там от клетки до организма и дальше. Некое внутреннее время, не зависит от астрономического. Нет, Булат, не об этом речь идет. Нет, дело в том, что если это внутреннее время правильно построить правильную систему, ну, для каждого организма оно свое, правильно? Так, и правильную систему обозначения. Можно ввести эту систему. Да, можно ввести эту систему. И не будет там ничего необычного, будет обыкновенное хрональное время, конкретно для этого организма второе только. У него будет первое хрональное время, которое для всех, то есть, допустим, для наблюдателя, скажем так, для наблюдателя, да, проще так говорить, потому что время всегда для кого-нибудь. Вот если мы наблюдатели, для нас хрональное время, и есть организм, у него внутреннее время. Вот мы своим хрональным временем смотрим на организм с его внутренним временем, и как бы пытаемся соотнести, как они соотносятся. Как это... Нет, Булат, это... Это не так. Это не так. Но это не так, суть в чем состоит. Это не надо для этого вводить специальную какую-то темпоральность. Да, потому что для той интуиции, которую ты вводишь нам, я действительно темпоральность не нужно вводить. Нет, ты просто суть-то вопроса в чем состоит. Я же не говорю, что темпоральности нет. Конечно, какое-то есть второе время. На самом деле это... Это не второе время. Смотрите, вот это не время. Ну подождите, я выскажу. Ну что, это же... Если вы что-то отрицаете, это не значит, что это сразу ясно становится. Я тоже могу отрицать. Нет темпоральности. Это яснее стало. Ты скажи, что ты вводишь некий параметр. Я еще раз говорю, подождите, я еще хочу сказать что-то, еще не сказал. Вот что я хочу. Хорошо, хорошо. Суть вопроса в чем? Давно замечено, на самом деле. Древними, там, сидел где-нибудь на камне человек, что есть два времени. Два. Есть одно время астрономическое, звезды вращаются, процессы совершаются. А это другое время. Да, другое время. Да вот не об этом. Нет, подождите, я просто послушайте внимательно. Хорошо, хорошо. Но это у человека-то. Но точно так же может быть у любого организма. Да. У любого организма есть второе время. Да. Вот да. Мы поняли. Мы про неправильно. Темпоральность не имеет никакого отношения. Ну это вы так говорите. Нет. А я вам говорю, что ваша темпоральность... Но у нас есть основоположные концепции. Я понимаю. Живой свидетель. Да, все понятно. Просто все, что вы говорите о темпоральности, на самом деле, можно просто объяснить внутренним временем объекта. Нет, Пула. Не все. Нельзя объяснить. А что нельзя объяснить-то этим? Темпоральность была введена... Понятие темпоральности изначально было введено как распределенное во времени сложность для объяснения появления эволюционной сложности новой. То есть вот этим внутренним временем, внешним временем, хронально ничего не объяснить. Здесь нужно было понять, что есть некая сложность, не сосредоточенная в момент времени, и что есть некие процедуры трансформации распределенного времени сложность в пространственную сложность, любое творение, то есть для того, чтобы объяснить творение. И это совершенно необъяснимо вот с точки зрения там, внутреннего времени, там, рождения, смерти, все это совершенно про другое. Это про другое. То есть, если я правильно понимаю, грубо говоря, картина написанная, это есть воплощенная в пространстве темпоральность. Темпоральная сложность некоторая. То есть у художника была некая сложность, которая она была даже не у художников. В социуме была некая сложность, распределенная во времени, которая не наблюдается. И любое творчество, творение, любое появление нового, это есть редукция темпоральной сложности в пространственную сложность. Но появление нового имеется в виду пространстве. В качестве феномена. В качестве феномена. В качестве некой объективной реальности, которую мы можем зафиксировать. В качестве пространственной структуры. Некая пространственная структура, которая появляется, то есть по современной науке, она появляется из ничего случайным образом. Появился новый концепт,
который, во-первых, объясняет, чем отличается организм от механизма, чем разумное отличается от неразумного, то есть именно способностью накапливать и преобразовывать темпоральную сложность, сложность, распределенную во времени. То есть, грубо говоря, мелодия – это то же самое, воплощенное в реальности и темпоральность. Там музыка. Не совсем... Когда мы создаем музыку, мы превращаем нашу внутреннюю темпоральность в нечто, что мы можем услышать. Да. Не, ну просто как бы ваше замечание, оно, конечно, существенно, то просто, ну факт состоит в том, что во времени эта сложность тоже так же пространственна. Нет. Ну как? Ну она точно. Вот так, нет. Вот она в каждый момент времени, нет. Допустим, клетки, допустим. Влад, она точно так же пространственна. Вы же знаете, что пространство и время в темпоральной онтологии относительны. И нет никакого объективного пространства. Еще раз говорю, про онтологию пока забудем. Вот берем просто феноменологию. Вот один процесс совершается одновременно, да, а другой процесс совершается последовательно, один и другой. Вы говорите, что тот, который последовательно, если мы поставим как одновременно, вот мы как бы ведем темпоральную сложность в пространстве. Нет, Влад, нет. Нет, ну суть-то вопрос, именно же и так происходит, как бы. Нет. Дело в том, что вообще понятие одновременности очень сложное. Да я же не говорю, что оно легкое, я просто пока на уровне феноменологии чисто. Понятно, да, дело, что точки нету, есть всегда какой-то промежуток времени. Не про точки даже, не про точку. Конечно, никакой одновременности нету, если нету никакой точки. Точка, одновременность и точка – это как бы понятие, которое одновременно это необходимо вводить. Возвращаясь к физике, если уже мы пошли, или делаем перерыв? Я не критикую саму концепцию. Я считаю, что эту самую концепцию можно без всякого введения какого-то второго времени изложить в обыкновенном хронологическом времени. Нельзя. Давайте сделаем перерыв. Только давайте иначе перерыв. Просто формулировать, как это происходит. Потом продолжим. Дайте потому что на самом деле мне кажется, что ваше темпоральное время это как бы. Да не темпоральное время, неправильно. Вот видите, не темпоральное время. Тем не менее, стрела времени темпорально нарисована. Да нет, стрела времени. Вот у вас на голографике стрела времени нарисована. Вот стрела, Влад, вот стрела времени, а это просто координаты. Ну координаты, что же стрела времени? Я уже говорил, что я имею проблемы с графическим изображением, с этого начал. Да. Поэтому я никак не могу это дело перекинуть вот в нормальную ситуацию. Ну почему? Есть же по понятию физики многомерного пространства. Вот тебе, говоря, к сожалению, это не так. Вот, ну, если было бы так. У тебя есть, грубо говоря, это самое... Слушай, Вова, если бы это было двухмерное пространство, двухмерное, это было бы большое счастье. Почему это двухмерное? Но это не так. Многомерное. У тебя есть двухмерное. Это времени соответствует точка в неком многомерном пространстве. Ну, не так на самом деле. Как не так? Это параметры и есть. Нет. В том же времени. То есть, грубо говоря, у вас есть темпоральность, это некий объем. Потом положим.